Первые ласточки перерождения снежинки прилетели в 2017 году с открытием тренировочного павильона для занятий боксом имени Григория Дрозда. Зал на тот момент не имел аналогов в Прокопьевске. Просторный, светлый, оснащенный современным оборудованием. Тогда в администрации города пообещали: главная цель — освободить снежинку от торговли и превратить ее в многофункциональную спортивную базу. И обещание выполняется. В 2018 появляется специализированный зал универсального боя площадью 170 квадратных метров. Помимо качественного ремонта, здесь есть все необходимые элементы для занятия унифайтом. А самое главное, бойцы получили возможность работать над некоторыми элементами универсального боя прямо в тренировочном помещении. Здесь также имеется полоса препятствий. Можно спокойно готовиться к нашему виду спорта, проходить полосу, тренировать. Следующим витком развития стало появление в снежинке еще одного зала для классического бокса имени знаменитого прокопьевского тренера Евгения Николаева. В специально выделенных зонах смонтированы подушки и пневмогруши. Для отработки ударной техники подвешены боксерские мешки. Стены и колонны декорированы зеркалами для боя с тенью. Стоит сказать, что снежинка стала домом не только для спортсменов, практикующих боевые единоборства. Это одна из основных баз для подготовки легкоатлетов. Здесь уложено резиновое покрытие, оборудованы раздевалки для спортсменов. А в зимнее время спорткомплекс остается единственной площадкой, способной принять соревнования по этому виду спорта. Кроме того, в снежинке базируется Прокопьевский центр тестирования ГТО. Для выполнения нормативов оборудован отдельный спортивный зал. А в этом году планируется монтаж новой уличной спортивной площадки, оборудование для которой уже поступило. Этот комплекс станет первым специализированным в городе объектом подобного назначения. Располагаться спортивная площадка будет рядом с уже существующей универсальной, установленной в 2020-м. В год 300-летия Кузбасса и 90-летия Прокопьевска новую прописку в снежинке получил клуб самбо и дзюдо «Богатырь» имени Владимира Макарова. Площадь нового зала — 125 квадратных метров. За год ремонтных работ специалисты заменили систему отопления, оборудовали вентиляцию, установили новые оконные блоки, подвесной потолок. В рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» для спортзала приобретены многофункциональный тренажерный комплекс, вертикальный велотренажер, маты, тренировочные манекены. Очень приятно, что у нас сейчас новое современное оборудование, то есть и манекены для отработки приемов, и современный тренажер. И созданы максимально условия для хорошей, качественной тренировки. Не остались в стороне и зимние виды спорта. Например, для тренировок хоккеистов здесь функционирует современная бросковая зона с искусственным льдом. Но главная гордость снежинки – это ледовая арена. В прошлом году в нее также вдохнули вторую жизнь. Обновлено освещение, смонтирована новая хоккейная коробка, полученная из Новокузнецкого дворца спорта кузнецких металлургов. На рассмотрении проектная документация по ремонту технологической плиты. В первую очередь мы учимся кататься на коньках и делаем, чтобы это нравилось всем зрителям, ну и в первую очередь для того, чтобы нравилось это нам. Когда ты катаешься для кого-то, для зрителя, у тебя в душе переполняет эмоции, и тебе нравится, когда тебя хлопают, очень радуешься от этого. За последние два года, посмотрите, у нас дворец спорта просто необычайно преобразился. Приятно видеть, что к нам приходит молодежь, приходят вместе с родителями, со своими детьми, обучаются кататься на коньках. И на этом улучшение не закончится, уверяют в управлении спорта. Постоянно рассматриваются возможности для открытия новых залов.